Всем привет, очередное видео на мой YouTube-канал. Да, вы как бы уже увидели, карточка. Получил CSS-карт, CSS. Вот, тут указано Labor, моя фотография. Короче, могу уже работать на больших стройках. У меня уже было видео на эту тему, как я говорил, что у меня уже есть диплом и что я прошел тест. Я на следующий день подался, потому что там нужно, чтобы прошло 12 часов с момента подачи, с момента того, как вы сдали испит. И я подался на следующий день. Там я какой-то бланк не добавил или что-то им не понравилось. Вот. На сообщение, на электронку пришло оповещение, что отказ. Вот я им написал в службу, вернее, с другом написали. Вот. Ну и они там через 2 дня ответили, ну и написали, что все хорошо. Я ничего не исправлял, они написали, что все хорошо, принята оплата. Такие цветки. Принята оплата, и все, ждите вашу CSS-карт, да? Вот, все, теперь с ней могу работать на больших официальных стройках. Все официально, все законно, уплата налогов, 2 паузы, каждая пауза по 30 минут. Все вовремя, там на работу вовремя нужно прийти, работаешь там до 5 часов или до 4:30, не на пару минут дольше, даже быстрее, вернее, даже скорее уходишь с работы, потому что тебе после твоей работы нужно еще убрать. Даже в технике безопасности написано, что по окончании рабочего момента, да, после окончания работы, тебе нужно убрать то место, где ты работал. Вот, так что еще раньше раз заканчиваешь работу, где-то часов в 4, там 30 минут убираешь, и в 4:30 уже там все уходишь. До этого я работала на черных стройках, нелегально. У меня было 80 фунтов кэшем, короче, на руки. Было это и с залогом. Залог — это когда ты работаешь 2 недели, а неделю он держит в себя деньги. Короче, 2 недели работаешь и получаешь только за 1 неделю деньги. Ну и заранее говоришь, когда ты уходишь там заблаговременно, за 10 дней, и все. Тогда тебя полностью высчитывают и уходишь. Сейчас же я работаю тоже легально, но только я не получил был еще эту карточку CSS. И работал только за 80 фунтов. За 80, да, снова за 80 работал, но за меня уже уплачивали там налоги. Вот. Буквально вчера я разговаривал с своим начальником, ну, для меня это мало, 80 фунтов. Разговаривал с своим начальником, и что он говорил, что иногда они даже, это не державная работа, не державная, это приватка, получается, он говорит, иногда они задерживаются, работают там до 6, до 7, ну а иногда типа там до 5 часов. Еще он мне сказал, что у них там бывают ночные смены, типа 3 дня в неделю, что работаешь днем и работаешь ночью, типа ночные оплачиваются больше, соответственно. Вот, он спрашивает, устраивает ли меня это все. Я сразу же себя в голове, ну, прикинул все это. Я в Чехии работал и днем, и ночью на одном заводе. Я знаю, как это просто ужасно. Ты, если один день и ночь работаешь, потом на второй день, если тоже так работаешь, то тебе уже ничего на этом свете вообще не интересует, кроме того, чтобы просто где-нибудь завалиться и просто поспать. Ночью нужно спать и, типа, работать я не хочу. Я не в Чехии, что мне нужно чем побольше часов, по 12-13 часов работать. Вот, я приехал сюда не на заработки, чтобы просто вкалывать, да, деньги заработать. Мне все равно на эти часы. Я даже согласен работать до 3 часов. Даже не до 5, да, а до 3 часов. Там выйти на работу, скажем, в 7. И до 3 часов работать. Чем быстрее прийти домой, тем лучше, чтобы было время для себя. Вот, и он все это мне рассказывает и спрашивает, у меня устраивает ли меня это все. И говорит, что нужно будет пойти на полицию, сделать какие-то документы, разрешение, чтобы я смог, типа, работать в медицинских учреждениях, типа больницы, потому что там реконструкция балконов и
Вот, и реконструкция проходит ночью. Потому что есть такие работы, которые нельзя делать днем. Вот. И, конечно же, меня это все не устраивает. Я с ним договорился, что еще неделю работаю. Я проработал у него уже чуть больше недели. Еще недельку у него отработаю. И все, короче, забираю денежку и ухожу. Находил я работы, чтобы можно было по таких CSS-картах работать. Друг мне скидывал, что есть вообще просто муляж. То есть ты приходишь на работу и просто отбываешь там то время, которое ты должен находиться на работе. Есть также, что я недавно нашел, открываются два какие-то сайта, и на тех сайтах, сайты это стройка, да? Место, ну, где строят там постройку какую-то. И там было написано 130 до такса и 105 на руки. То есть я сейчас получаю 80 за 8 рабочих часов, да? И то у меня даже только одна пауза, и какая длится только 20 минут. Это меня вообще не устраивает, потому что на прошлой стройке я работал, и у меня были две паузы, чуть больше по 30 минут. В общем, где-то 1:20 у меня было, короче, отдыха, перекура, да? Вот, и сейчас только 20 минут. Ну, короче, что я хочу сказать, что вот уже с этой карточкой, CS-кой, я уже могу идти, типа, лейбором на большую стройку и зарабатывать намного больше денег. Конечно же, есть такие моменты, что работая я тут, где я сейчас работаю, меня ставят с карпентером, вот, и я помогаю карпентеру. То есть там балконы, понятно, там что-то с деревом связано, и как бы учусь работать. Учусь это все делать тоже. Там есть интересные моменты, когда нужно там поставить новую арку, там затереть, чтобы красиво было там то сделать, то это намного интереснее, там, чем что-нибудь другое такое делать, тяжелое, знаете, настройки. Вот, так что существуют свои различные моменты. Лучше, где хуже. Лучше это, конечно же, зарабатывать, не знаю, 90-100 фунтов чистыми. Это уже, чтобы за тебя заплатили налога там, да, 20 фунтов. Ну, то есть где-то 130-120, вот, до такс, чтобы чистыми было 100. Ну и не просто там настройки, да, жестко вкалывать, а учиться у кого-то, как бы, как у карпентера там, либо что-нибудь там красить, вот, как пейнтеры, да. Вот, чтобы потом можно было купить свой какой-то минимальный тулс, инструменты, и уже работать не простым рабочим, уже сделать себе другую карточку, не просто разнорабочий, а уже что ты, ну, что ты умеешь делать, какой-то мастер, чтобы уже больше зарабатывать. Напоминаю, мастера, которые, ну, умеют работать, которые знают работу, что как обстоит, там куда что ставить, инструмент свой имеет, у них старт начинается, не знаю, от 120 и выше там фунтов. Некоторые вообще по 160 гребут фунтов. Да, за 8 рабочих часов это, ну, большие деньги, баснословные, конечно. Что касается меня, то в одном из видео я говорил, что больше не хочу учиться, потому что уже отучился в школе 11 классов. Потом в техникуме, в универе, и хочу уже просто жить, отдыхать, там, развлекаться, да, путешествовать. Это не совсем верно. У меня есть любимые занятия, да, такие, например, как, да, это, наверное, так звучит странно, YouTube. Мне нравится очень YouTube, точнее, делать какой-нибудь контент на YouTube. Существует американский YouTube, есть страны, которые в СНГ, да, страны СНГ, которые тоже в Ютубе. И делая хороший контент, который будет нравиться людям на американский Ютуб, этот контент можно монетизировать и зарабатывать довольно неплохие деньги. Неплохие деньги — это буквально в месяц где-то 8-11 тысяч долларов. Это я сейчас, ну, совершенно реально, без какого-то намека на прикол говорю. Это совершенно... Совершенно точно. И вот я сейчас отчетливо понимаю, что могу, да, научиться буквально там за пару месяцев, за полгода, научиться какой-то работе, даже меньше, чем за полгода, купить свой инструмент, шуруповерт, который стоит 100 фунтов, там, какую-то
водовагу, уровень, то есть уровень, там еще что-то, карандаш, линейку, минимальный, короче, тулз, и пойти работать уже за больше, ну, за деньги побольше. Но это мне вообще просто не нравится. Я сейчас все свободное время, которое у меня есть, я все отвожу на YouTube. Вот, у меня есть, короче, канал, где я просто перезаливаю видео из ТикТока, и тот канал набрал почти 1,5 миллиона. Да не почти, а полтора, больше, чем 1,5 миллиона просмотров. Это буквально я канал открыл с апреля месяца. Если я найду способ, как монетизировать эти видео, наберу часы просмотров, потому что видео я заливаю короткие. Но неважно, я уже отхожу от темы. Короче, если научусь монетизировать этот контент, мне стройка просто, ну, до фонаря, она мне будет не нужна. Полностью мне не нужна будет стройка. Ну, а пока работаю, короче, еще неделю на приватке, да, отрабатываю там, ну и устраиваюсь куда, на какую-то большую стройку, где будут больше денег оплачивать, потому что я работаю за 80 фунтов, это довольно-таки мало. О, сейчас вам тачку покажу, где спереди только одно колесо. И еще хотел сказать огромное спасибо людям, которые смотрят мои видеоролики. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Дальше качество видеороликов будет улучшаться. Я знаю, что это я уже говорил уже давно, но я уже более себя раскрепощенно, открыто веду на камеру. Мне уже не так тяжело говорить, подбирать какие-то слова. Да, знаю, в моей речи много ошибок, но это уже куда выше уровень, нежели это было раньше. Раньше я просто, чтобы снять какой-то видос, который идет буквально 7-8 минут, мне надо было снимать себя на камеру где-то порядка часа-полтора. Сейчас же, можно так сказать, я с одного дубля иногда снимаю видео. Вот. Так что спасибо всем, кто остается со мной. Спасибо. Будем стараться делать, работать. И когда у меня уже будет 2 выходных, надеюсь, когда уже буду на большой стройке работать, будет суббота, воскресенье, выходной, тогда уже можно будет там что-нибудь круто помонтировать, там картинка будет с разных ракурсов, да, там музыка, и, короче, все будет очень круто, я надеюсь, потому что не может так быть, чтобы постоянно было все на одном уровне, как-то нелогично. Ну, а сейчас играет, конечно же, Англия-Италия. Ну и кто выиграет? Конечно же, Англия. Хотя я не смотрю сейчас футбол, просто гуляю. Но все, короче, сидят дома и смотрят футбол. Так что, короче, всем пока. Увидимся.